Уважаемые друзья, уважаемые владыка, члены нашего синода, прежде всего хочу выразить благодарность владыке Вениамину за приглашение принять участие в синоде. В нашей стране заложены прочные основы взаимодействия Белорусской Православной Церкви и наших властей, государства в целом. Иначе их быть не могло. История православия на белорусских землях неразрывно связана с историей становления нашей государственности. Здесь, на стыке цивилизаций, не раз разворачивалась арена военных действий. В таких условиях крайне сложно было сформироваться и заявить о себе отдельному народу, не говоря уже о создании государства. У белорусов это получилось. Во многом благодаря духовному стержню наших предков. Поэтому у государства и православной церкви много точек соприкосновения. К сожалению, сегодня мировое православие переживает непростые времена. Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине. Захват храмов, уголовное преследование священников – борьба за главную святыню нашего православия, Киево-Печерскую лавру. Трагедия разгорается и на Святой Земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий. К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов. Особенностью нашей Беларуси является то, что центры управления – традиционных конфессий расположены за пределами страны. Как мы видим, сегодня ряд из них оказались в эпицентре вооруженных конфликтов. Все самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей. В таких условиях важно сохранить равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий. Ведь еще владыка Филарет отмечал, что межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси. Сложный внешнеполитический контекст, к счастью, не отразился на традициях добрососедства и веротерпимости белорусов. Этноконфессиональные отношения в нашей стране характеризуются устойчивостью и стабильностью. В то же время наше общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей. С одной стороны, это связано с небывалыми темпами развития технологий, я имею в виду, прежде всего, внедрение искусственного интеллекта, современные средства коммуникации и прочее. С другой нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие. Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения. Человеку сложнее сделать правильный моральный выбор. Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы. Кто я? Зачем я? Каково вообще мое предназначение? К сожалению, все реже за этими ответами люди идут к нам в церковь. Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный. И церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести Слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому. В обществе выражен запрос на живое, действенное слово пастора. Государство высоко ценит общепризнанный авторитет наших православных иерархов. К вам прислушиваются миллионы наших соотечественников. Поэтому сегодняшняя встреча имеет большое значение в современных геополитических условиях и накануне важных политических событий и внутри нашей страны. Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, некоторые и православные занялись, мягко говоря, политикой. Скажу, для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви – задавать нравственные христианские ориентиры.
Давайте сегодня вместе постараемся ответить на вопрос, все ли мы делаем для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в наши храмы, не стали менять наши устои, диктовать, как нам жить. Как президент и глава многоконфессионального государства, в котором Белорусской Православной Церкви отведена не главная, а особая роль, хотел бы услышать, чего не хватает церкви, что еще нужно сделать государству, где мы, возможно, упустили ситуацию. По-хозяйски подойти к тем вопросам, которые сегодня надо решать. Еще раз хочу подчеркнуть, по-хозяйски. Какую практическую часть работы по лечению недугов нашего общества вы готовы взять на себя? Готова ли сама церковь меняться, не изменяя при этом духовным идеалам и ценностям? Уважаемые владыки, я хотел бы с вами откровенно поговорить, давно в таком кругу не встречались, и, если нужно, принять соответствующее решение. Главное, чтобы наш разговор, как всегда, был честным, искренним и откровенным.